Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас будет рай для сладкоежек. Все самое сладкое и очень много. Обычно я не ставлю перед собой столько, сколько я не смогу съесть, но в этот раз я решила сделать исключение и просто красивую картинку создать. Надеюсь, что вам понравится. Давайте приступим. У меня обалденное настроение, потому что с минуты на минуту ко мне придет новая гостья. Я уже везде прибралась. Меня зовут Жаля, и мы с ней будем снимать совместное видео. Она очень волнуется, но я уверена, что вам она понравится. Она тренер. И ранее я вам рассказывала про нее, по совместительству еще и моя подписчица. Как раз вы хотели девочку постарше, всем понравилось Аиша, и я решила сделать такое разнообразие. Кексы просто бомба. Мой ящик со сладостями продолжает существовать. Вы знаете, когда у вас дома много сладостей, вам прям даже и не хочется их есть. Я очень люблю Баунти. Я и мама. Вот пить чай с Баунти для меня это райское наслаждение. Внутри этот кокос. Давайте поотвечаем на вопросы, чтобы не было скучно. Айка, считаешь ли ты свою жизнь интересной? И что бы ты изменила? Я не считаю свою жизнь интересной. Думаю, что пора что-то менять. Вы заметили? Что в последнее время меньше видео выходит на моем канале. Я думаю, что я буду снимать меньше в дальнейшем. Начиная со следующего года. Естественно, видео, которые я снимаю, набирают хорошие просмотры, я зарабатываю немаленькие деньги. Но при этом я не успеваю жить, так как у меня есть основная работа. YouTube, снимаю, монтирую, выкладываю по 3 ролика в день. И последние несколько дней я гуляю, хожу по магазинам, отдыхаю. Мой парень вообще категорически против того, чтобы я так много работала. Что касается нашего бизнеса с грузинскими хинкалями. Он провалился. Не то чтобы дело не пошло. Дело в том, что мы живем не в центре. И у нас килограмм грузинской хинкали стоит 10 манат. Что делает 450 рублей. Чтобы сделать доставку на другой конец города, это вроде бы не окраина, курьер с этого хочет 8 манат. То есть это 350. Если я курьеру отдам 350, что тогда останется мне? 100 рублей, это даже не окупаются расходы. Теперь я понимаю, почему даже доставки еды открывают свои филиалы, даже если у них нет ресторана, именно в центре. Потому что в центре везде близко. У нас был курьер, который делал доставку.
Все было замечательно. Но, к сожалению, он нашел другую работу. Нужно признавать и свои ошибки, и свои неудачи, не только рассказывать о том, что «а, у меня так все круто». Вот. Идея хорошая. Заказов было очень много. Но проблема в том, что некоторые заказы приходилось просто отменять, потому что мама, например, не успевала. И когда ты покупателю говоришь, что приходи и сам забирай, многие не хотят. Многие готовы платить, и чтобы это все привезли домой. Еще плюс, в моменте, когда мама занималась грузинскими хинкалями, у мамы есть свой кулинарный канал, который называется iCook, ссылочка будет внизу, обязательно переходите, он начал страдать. То есть уже мы не могли снимать так много видео, как хотели. Для iCook'а. В общем, трудно было все это совмещать. Сейчас мы не закрылись полностью, так скажем, мы просто, у нас нет доставки просто. У нас были дни, когда в день мы продавали 10 килограмм. Просто я одна, я не могу разорваться. Тогда мне надо бросать свою основную работу и заниматься чисто грузинскими хинкалями, нанять еще одну женщину, которая будет их лепить, причем лепить хорошо. Вот только в таком случае можно было бы продолжать. Если делать что-то, делать от души. Оказывается, бизнес это не так уж и просто, я это поняла. Да, прибыльно. Если дела хорошо пойдут, конечно, это очень прибыльно, но заморочек тоже куча. Именно с доставкой. Все курьеры, они работают на 28 мая на Нариманова. И чтобы доехать до меня и от меня увезти клиенту, естественно, курьер хотел дороже. То есть либо надо было переезжать в центр и продолжать эту деятельность, если бы мы снимали квартиру, можно было просто снимать там чуть подороже. Но так как это наша квартира, поэтому, к сожалению, мы решили этим не заниматься, потому что у нас есть альтернативы заработка. То есть это не единственный способ заработка. Легче развивать YouTube-канал. Хотя мамин YouTube-канал, он как чисто хобби. Это ни в коем случае не бизнес. Есть такие видео, которые вообще даже не окупаются, даже продукты не окупаются. Но мы пришли к выводу, что так будет лучше. Чай закончился. Представляете? Но в любом случае в этом бизнесе мы ничего не потеряли. То есть мы не брали в аренду никакие помещения. Просто мама дома лепила грузинские хинкали, и мы продавали. Когда у нас был курьер, который работал только на нас, то есть в день было по 10 заказов и по 7 заказов. Дела были просто супер. Мама не успевала лепить, уже я помогала. И получается, когда я тоже помогаю ей, я уже не выполняю ту работу, которую должна выполнять свою на основной работе. Следовательно, это было не очень выгодно. Почему у меня пошло? Потому что у меня уже есть аудитория, которая меня любит. И даже если им супер не нужны какие-то грузинские хинкали, они все равно закажут, чтобы поддержать меня. Это безумно приятно.
Спасибо вам огромное. Не то, чтобы мы прям закончили с этим, просто без доставки, кто сам хочет, может приехать и забрать грузинские хинкали. Честно, было очень вкусно. К сожалению, у меня чай уже закончился, к великому сожалению. Но наедаться я не буду, потому что буквально через пару часов приходит Джали, и мы с ней будем снимать суши. Я уверена, что она вам понравится. И если она вам понравится, это уже она, то я и в дальнейшем буду снимать вместе с ней видео. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока.